иду, дига-дига-ду. Я из пушки в небо иду, в небо пойду. Спасибо большое за этот удивительный, прекрасный номер. Я в какой-то момент подумал, что я не точь-в-точь веду, а вновь минуту славы. Потому что у нас все по-настоящему. Акробатические трюки, и живой вокал, и потрясающая смелость актерская. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Многоуважаемые члены жюри, кто представил нам великую Любовь Орлову? Валерия Ланская! Валерия Ланская! Лерочка, спасибо тебе большое. Ты когда-нибудь занималась вот всем тем, что ты сейчас тут творила? 14 лет назад, когда мы готовились к съемкам к сериалу «Принцесса цирка», я делала два из этих трюка. Поехала в цирк попробовать и поняла, что нет. А мы тебе говорим «да». Многоуважаемые члены жюри, пожалуйста, Максим. Лерочка, это было блистательно. Мы тут все как по команде встали, тебе стоя аплодировать. Я видела, не с головой, да, не да, видела. Но это...
Но это невероятно. Причем я обращу внимание наших телезрителей. Вот я помню просто, когда я делал Митхуна Чакраборти, и мне предъявляли периодически, ну, такие ярые фанаты у нас индийского кино, что я там не так станцевал, или не так спел, или еще что-то. Ты что, у тебя там миллионы просмотров. Да, и самые, и все восторженные комментарии в основном из Индии. А у нас были претензии. Так вот, я хочу сказать, надо отдать должное. Ведь в действительности, даже если принять допущение, что Любовь Орлова все пела сама, но она сначала записывала, потом отдельно снимала трюки. Перед нашими участниками стоит невероятно сложная задача все это изобразить в реальном времени сразу. И вокал, и трюки, и не сбиться ни по дыханию, ни по нотам. И при этом улыбаться, то есть это какая-то олимпийская просто дисциплина, и в ней, Валерия, ты сегодня показала, ну, высший пилотаж, потрясающе. Я когда смотрел этот номер, ну, мы его прекрасно все помним, из советского кинематографа, мне в голову не могло прийти, что вы будете повторять вот весь комплекс, так сказать, этих трюков. И это ты себя поставила сверхзадачу, и самое удивительное, ты с ней блестяще справилась. Ну, безусловно, 5 баллов. Спасибо, спасибо огромное. Это было потрясающе. Спасибо тебе, Максим. Все то, что ты сказал, абсолютная правда. Но надо отдать должное великой Любовь Петровне Орловой. Известен факт, что когда снимался эпизод «На пушке», вот эта часть была сделана из оргстекла. Горячая была. Раскаленная на самом деле. И она не остановила съемку. И когда присела вот таким образом и, значит, делала вот эти вот знаменитые хореографические там вставки и играла на этих инструментах, у нее был потом ожог. Но она не остановила, не сказала «стоп». И поэтому я хотел бы, чтобы мы поаплодировали еще раз и в твоем лице, и в лице всех наших артистов, которые и в шоу «Точь-в-точь» тоже делают вот свой маленький актерский подвиг. Спасибо вам большое за это. Леонид Сакч. А ты можешь встать тоже наверх или боишься? Нет, я не боюсь, но я точно... Ты все-таки хочешь поменять ведущего? Ну, сегодня будет чуть короче программа. Спасибо, я точно не улечу. А чечеточку? А мне нужно, чтобы вы спели. Макс, я по одной простой причине. А я из пушки в небо иду. Тики-тики-ту, тики-тики-ту. Говорите, пожалуйста, Валерия Ланской. Конечно. Валерия, замечательно. Я вообще вот поражаюсь вашему желанию поразить зрителей, поразить и удивить нас и рисковать жизнью, чтобы получить пятерку. Да ради бога, 5. 5. Спасибо большое. 5. Я вообще не хочу ничего сравнивать. Похоже, не похоже. Ну, понятно, что похоже. Я все это помню. Это как раз фильм моего поколения. Вот. И это очень здорово, но это героизм абсолютно. Это просто невероятно. Ну, вы это не прибавляйте себе моего поколения. Это уже поколение, так сказать, ваших родителей. Игорь Николаев. Ну, это было совершенно невероятно. Сначала... Это был красивый номер. Я просто переживал, как актриса чувствует себя без страховки на этой высоте. И вот он закончился, я подумал. Какой красивый номер, милый. А оказывается, он только начался. Наступило преображение. И вдруг человек полетел туда, на Луну, из пушки в небо. И когда вы оказались над нами, вы начали петь совершенно сложнейшую вторую часть этой замечательной композиции. Вот тут-то, конечно, я и понял, что насколько прав был Максим Александрович, заметивший, что вы сделали все сразу. И трюки, и пение, и весь номер вместе. Это было совершенно захватывающе. Такого ничего подобного никогда не видел. Спасибо. Спасибо. 5. Хибло, вам отсюда не видно, но благодаря этому номеру у вас появилась сейчас блестки, да, красивые, корона. Я блестящая? Да, очень я красивая. В короне? Да. И снова? Да, нет. Нет, очень красиво, оставьте. Максим, не надо, снимите, пускай... Снимите, пожалуйста, эти блесточки, ну, потому сияет. Что это не мои блесточки, это блесточки Ланской. Слушайте, здорово, потрясающий номер. Как вы красиво вокально поете. А вы поете оперетту или, может быть, оперу? Слушайте, мюзикл. Абсолютно спокойно можете какие-то маленькие редкие арии петь. Вы абсолютно вокально настолько правильно оснащены. Вы не представляете, как вы вокально были изумительны сейчас. Она может неспокойно большие петь? Нет. Еще хочу вам сказать очень важную вещь. Когда актриса или певица вокально правильно все делает и поет все правильно, хоть... Ну, за ноги подвесь.
хоть ну, вверх тормашкой, все равно звук будет правильный. Вы изумительно пели. Спасибо. Вы такая лапочка, вам так идет этот костюм, вы такая хорошенькая. У меня ну вот только вот улыбка на лице была. Спасибо. Изумительный номер, интересный. Спасибо. Я Максиму говорю, неужели полетит? Он говорит, ну конечно полетит, конечно, но там полетит. Же это, да. Деньги заплачены. Я помню, пицунской девочкой маленькой мы бежали домой, когда шел этот фильм, и мы знали по программе, во сколько этот фильм. Мы бежали, и мы, конечно, все любим этот фильм. Тут у меня музыку. Дроби не сходятся. Ты родилась, когда электроника показывали. Тихо, что ты гонишь-то? Ну, потом же все это показывали. А, ну, как повторяли. Же ты имеешь в виду, какого я года? Я 70-го, мне 50. Ну, я говорю. Ну, вот. Да. Вы были изумительны. Какая оценка Валерии Ланской? А я не сказала. Нет. Ну, конечно же, это безусловная пятерка. Жаль, что здесь только вот такая пятибалльная странная система. Да. Странная, я считаю, что это очень странно. Ужасная система. Ужасная. Если бы была другая, мы бы поставили 5 с хвостиком. 20 баллов Валерии Ланской. Я уверен, что любая актриса мечтает о таком номере. Да. В нашей программе мечты сбываются. А как известно, очень вредно не ходить на бал, если ты этого заслуживаешь. Давайте проводим. Спасибо. Валерию Ланскую и великую Любовь Орлову. Под марш Дунаевского. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Парам-парам-парам-парам-парам.